Продолжается второй конкурсный день «Новой волны» 2017, в рамках которого участники поют хиты своей страны. И готовится выступить певица из России Нана Хатл. В анкете она написала, что занимается спортом с применением новейших технологий. Так называемой электромиостимуляцией. Это такой специальный жилет, через который идут электрические импульсы. Значит, надо это приспособление применять в футболе. Бить футболистов током, чтобы чуть быстрее бегали. Это давняя мечта всех болельщиков, я тебе клянусь. Ладно, вернемся к нашей конкурсантке. Поет Нана Хатл, Россия! Он и она, уже полгода тишина. Его голос по радио, но у него своя волна. Она все ждет такси, огни Москвы, Манхэттен. Прости. Кофе на столе за окном лазу. От глянцевых страниц так манит ламу. Ночью он придет, скажет Эль-Аму. И в их квартирке на лесной уют и тепло. И все вроде бы ровно, но она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио. И он, в общем, не бедный парень, кстати, но она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио. Наверное, лучше б ему не знать ее совсем. Так за годом год, за зимой зима. Она все так же ждет, но когда, когда? Подруги говорят, все смогла б сама. И может, правда, уже давно все было как в кино, но уже, наверное, без него. Она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио. И он, в общем, не бедный парень, кстати, но она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио. И он считает шизой на ранней стадии, что она хотела бы жить на Манхэттене. Секретами, а он просто диджей на радио. И он, в общем, не бедный парень, кстати, но она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио. Наверное, лучше б ему не знать ее совсем. Нана Хатл, Россия! Образ конкурсантки из России Наны Хатл разработал дизайнер Рубен Сингер. Изысканные стильные силуэты его моделей признаны ведущими ценителями моды. Дженнифер Лопес, Бейонсе, Анна Недребко и многие другие мировые звезды блистают в образах от Рубена Сингера на красных дорожках Голливуда. Ну а пока Леша мечтает о Голливуде, мы смотрим оценки жюри конкурсантки из России. 9, 10, 9. Благодарим жюри.